Всем привет! Продолжаем гулять по выставке РАРТа. Выставка Питера Миллера «Фотогравюра. Медиативные эксперименты с аналогой фотографии» американского фотохудожника Питера Миллера. Так написано в анонсе. Вот как он говорит о своей работе. «Я вас понимаю людей как часть пейзажа. Мы все словно песчинки или камни, мы часть целого. Это восточное восприятие действительности, и оно сильно отличается от западного, в котором главенствует именно человек. Люди в моих работах лишь элемент общей картины. Они сравнимы со скалами или деревьями, или изгибами реки. Человек значим не сам по себе, а как часть мира». Ну что, красиво сказал. Надо сказать, что родился он в 1945 году в Питтсбурге, Пенсильвания. В 70-х годах изучал социологию в Колумбии Беркли, защитил впоследствии кандидатский по этой специальности, работал консультантом в государственных промышленных организациях, в частности, в компании Honda, и переехал в Японию, где остался жить, где встретил свою будущую жену. Занимался фотографией. Он стал первым членом иностранным Японской ассоциации фотографов горных пейзажей. Это Япония, надо понимать. В Нью-Йорке увидел фотогравюры, созданные в 19 веке, и решил этим делом заниматься. Говорит, что его учителем был Генри Эмерсон, это как раз создатель фотогравюр в 19 веке. По возвращении в Японию купил оборудование, оборудовал мастерскую, приобрел гравировальный станок, ультрафиолетовую лампу с вакуумной рамой, множество химикатов. Но я хочу сказать, что действительно фотогравюра достаточно тяжелая техника. Это сложный процесс, с помощью которого получают фотогравюры. Он состоит из изготовления негатива на стеклянной пластине, потом последующее изготовление позитива, перенос изображения с позитива на медную пластину путем травления кислотами, допустим, да, еще чем-то там, раскрашивание пластин вручную, получение отпечатка на ручной печатной машинке. Очень тяжелая технология, но он просто молодец, что занимается этим, вот что я могу сказать. У него более 30 выставок в Японии, США, Англии, Франции, Швейцарии, Германии, Италии, Литве, России. Вот к нам доехал, вот я посмотрел его работы. Действительно, это какие-то интересные опыты, привычная для нас реальность, проистекая из подобных опытов. Ведь как давным-давно сказал Джоа Цзы, Дао проявляется в движении. Вещи и явления становятся собой в тот момент, когда мы их замечаем. Такое высказывание. Что же, вот я вам хотел бы показать работу этого фотохудожника. Это действительно фотохудожник. Вот эти фотогравюры. Это выставка Питера Миллера, американец, который доехал к нам, выставляется в РАРТе. Все, всем пока, всем привет, до свидания.